Перенесемся в Россию. По всей стране проходит акция «25 добрых дел». Напомню, этот год для МЧС России является юбилейным. Уже в конце декабря чрезвычайное ведомство отметит 25-летие со дня образования. К этой замечательной дате спасатели России решили, помимо своих ежедневных подвигов, добавить дополнительные добрые дела. Сотрудники МЧС Владимирской области побывали в гостях у воспитанников Александровского специализированного дома ребенка. В преддверии Всемирного дня донора около 50 сотрудников МЧС России по Республики Северная Осетия, Алания, сдали кровь во имя спасения чьей-то жизни. Прошедшую пятницу спасатели Ненецкого автономного округа провели ставшую уже ежегодной операцию «Чистый берег», и за день им удалось очистить от мусора побережье в районе речного причала. Ну а на Камчатке на днях сотрудники МЧС устроили оригинальный и незабываемый день рождения для 7-летнего мальчика с диагнозом аутизм. Им стало известно, что он мечтает стать пожарным, и в день рождения Лёни огнеборцы подняли в квартиру по пожарной лестнице и вручили имениннику воздушные шары, именную пожарную каску и конструктор, из которого можно собирать пожарную часть. Такого день рождения, как у Лёни, наверное, не было еще ни у кого, потому что подарок от МЧС, настоящая пожарная каска и пожарная машина под окнами. Для любого мальчика это что-то сверхъестественное. Думаю, что на этом добрые дела не закончатся. Возможно, следуя примеру наших сотрудников МЧС, каждый из вас начнет новое утро уже иначе.